Итак, друзья, от непроходимости маточных труб. Сейчас вам комплекс расскажу, фотку сделаю, заскриншотите. Что вам понадобится? Смотрите, я написал комплекс, то есть раз, два, три пункта. Но, естественно, у вас непроходимость маточных труб, и она вас беспокоит тем, что вы не можете забеременеть, правильно? И вот тут я еще два пункта написал, красным цветом их выделил, которые нужно сделать первыми. Давайте, от непроходимости маточных труб. Это семена подорожника, 1 чайная ложка на 300 мл воды. Друзья, если будет хорошо, если у вас будет вот такая вот термокружка, в нее заварили, в течение дня маленькими глотками пьете. Вот это семена подорожника, 1 чайная ложка на стакан кипятка в течение дня пьете. Пропиваете 100 грамм. 100 грамм семян подорожника. Это примерно месяц-полтора. Далее, боровая матка, настоянная на сабельнике, вернее, с сабельником настоянная спиртовая настойка. И красная щетка, настоянная с календулой, тоже спиртовая настойка. Принимаете по чайной ложке утром, в обед и вечером. Можете чайную ложку водой запить, можете на 50 мл воды размешать и выпить, как бы, три раза в день. Один день принимаете боровую матку с сабельником настоянную, другой день красную щетку с календулой настоянную. По 250 мл надо выпить. Это порядка 2-2,5 месяцев. Далее. Третье. Шлифанете кедровой живицы на кедровом масле. По пол чайной ложки принимайте. Тоже минимум 250 мл пропиваете это все. И теперь самое важное. Перед вот этим всем, если вы готовитесь забеременеть, у вас непроходимость маточных труб, не просто от непроходимости избавиться, да, вы же пытаетесь забеременеть, то сначала пройдите антипаразитарную программу. И следующее, это пропейте корень кубышки. То есть вам нужно почистить желудок внутри, вам нужно почистить кишечник, вам нужно избавиться от паразитов, и вам нужно почистить кровь. И тогда начинайте этот комплекс, чтобы уже после кедровой живицы у вас все наладилось, и вы были беременны. То есть трубы ваши проходили.